Давайте сядем ровненько для начала. Любую позу с прямой спинкой. И посидим в тишине, настроимся. Да, всем доброе утро. Утренняя онлайн-практика. Сергей Нежданов. Прикройте глаза, почувствуйте свое тело. Побудьте с собой, Почувствуйте вес тела, тяжелый низ. Легкий вверх, мягко макушку вытягивая вверх. Почувствуйте позвоночник. Мышцы в теле. Давно не делали такое сканирование тела, то есть осознавание и улучшение, увеличение сенсорики тела можно тренировать через, ну, такая практика сканирования называется. Сканировать тело. Давайте сейчас неподвижная поза. Вот эту вертикаль почувствуете. Центр головы, центр таза и центр грудной клетки в одну линию. Вот представьте, что из макушки луч внимания в бесконечность, из копчика луч внимания в центр земли. Расслабляем ноги, таз, промежность. Низ живота, низ спины, тазобедренные суставы, как фундамент, растекается внизу. А голова, как воздушный шарик, улетает вверх. Вот, добавляем улыбку Будды. И стараемся удерживать внимание на ощущениях в теле. Начинаем с области глаз. Почувствуйте глаза. Мышцы вокруг глаз. Веки, брови, переносицу, нос, ноздри, лоб. Расправляем там все складочки на лбу. Почувствуйте, что лоб такой гладенький. Щеки, скулы, щеки, уши, губы, язык от кончика до корня. Нижнюю челюсть почувствуйте. Десны, зубы. Отпускаем челюсть, губы не размыкаем, а позволяем расслабиться жевательным мышцам в местах крепления челюсти. Виски, как будто бы их массируем вниманием. И все тело целиком. Все лицо целиком. Все лицо целиком. Лицо как будто бы стекает с лицевых костей. Потом волосистая часть головы. Идем вниманием дальше до затылка. Основание черепа, места крепления шеи, шея, плечи. Давайте отдельно по правой руке спускаемся. Локоть, запястье, кончики пальцев, вес руки, мышцы в руке, кожа. Потом из левого плеча стекаем локоть, запястье, кончики пальцев, левая рука, мышцы левой руки, мышцы правой, левой и правой руки.
Потом как будто бы мягкие ладони, большие, такие большие ладони, воздушные, начинают гладить спину, вверх, вот область лопаток, серединка, низ спины, ягодицы, седалищные бугры, таз, промежность. Потом по передней части проходимся сверху вниз. Вот мягкое такое проглаживание лица, горла, ключицы, грудь, солнечное сплетение, живот целиком. Таз, промежность. Расслабляем все. Тазобедренные суставы по правой ноге. Бедро, колено, икроножная мышца, стопа. Почувствовали правую ногу. По левой ноге. Бедро, колено. Икры, голени, стопа. Ноги, таз как фундамент. Все тело целиком. Чувствуем мышцы. Вот мы прошлись. Ну, такой быстрый экспресс-комплект сделали. Экспресс-сканирование. Хорошо. Переобращаем внимание на дыхание. Ладошку на живот, дышим, живот, вдох, выдох. Животиком вдох, толкаем стенку живота, выдох. И еще вдох. Выдох. Ребрышки погладили, почувствовали вдох ребрами. Выдох. На выдохе пальчиками можно коснуться друг друга. Вдох. На вдохе смотрим, насколько они разъезжаются. Выдох. Вдох, реберное дыхание. Выдох. Дальше идем. Грудину погладили. Ключицы. Вдох. Верхней частью шеи включилась. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. На вдохе еще и вырастаем вверх. На выдохе стекаем в точке опоры вниз. Теперь полный вдох. Живот, ребра, ключицы. Вдох. Одна ладошка сверху, другая снизу. Выдох, ключицы, ребра, живот. Вдох. Выдох. Полное дыхание, вдох. Выдох. Хорошо. Продолжаем так дышать. Вдох. Двумя. Теперь внимание в ноздри, в две ноздри по центральному каналу поднимаемся по позвоночнику. Выдох, по позвоночнику опускаемся вниз. Вдох. Вырастаем вдоль позвоночника через макушку в бесконечность. Выдох. Стекаем в седалищные бугры. Вдох. Выдох. Перекрещиваем пальцы. Мизинец безымянный, большие, большой оттопырен, указательный, средний в переносицу. Вдох, две ноздри. Попеременное дыхание. Большим пальцем правую ноздрю перекрыли, в левую ноздрю, внимание, глаза вниз, выдох.
По левой стороне поползли вверх, вдох. Вдохнули. Взгляд поднимается вверх, слева. Выдох, взгляд вниз, справа. Вдох вверх, вправо. Выдох вниз, слева. Слева вдох. Справа выдох. Справа вдох. Слева выдох. Справа вдох. Слева выдох. Справа вдох. Слева выдох. Слева вдох. Справа выдох. Самостоятельно два цикла. Заключительный выдох в левую ноздрю вниз. Хорошо. Понаблюдайте, как это повлияло на состояние. И поднимаемся, начинаем двигаться. О, и мне ножки, если затекли, потрясли ими, потрясли. Теперь мне нужна будет стенка. Стенка. Давайте я поближе подвину. Так, поближе. Встаем. Вот я говорил, стеночку приготовить. Или без стенки то же самое делаем, но со стенкой нужно прижаться пятки к стене, икры, таз, грудной отдел и затылок. Прижались, ладошками прижались. Стоим, дышим, вдох. Вырастаем вдоль стены вверх. Выдох. Вдох. Выдох. Толкаем таз в стену. Вдох. Грудной отдел в стену толкаем. Выдох. Локти сгибаем. Поднимаем руки вверх. Вдох. Вдоль стены. Ладошки на стене, выдох. Прижимаем все к стене, вдох. Грудной отдел, затылок. Вот таз, икры, пятки. Вдох. Выдох. Вдох. Руки вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Ползем по стене. Так, все время касаемся стены. Вдох. Выдох. Хорошо, опустили вниз.
Еще раз прижались, прижались, прижались. И все расслабили. Чувствуем затылок. Вот область грудного отдела, лопатки, таз, ягодицы, икры, пятки. Руки прижали. Отпустили руки. Хорошо. Идем на коврик. Почувствуйте, как поменялось ощущение. Осанки. Хорошо. Ноги вместе. Дыхание. Уджайи вьяяма. Руки через стороны вверх. Вдох. На носочках поднимаемся. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Дыхание уджайи со вдохом звук. Словосочетание со. Со. Выдохом. Про себя шепотом произносим. Со-хам. Руки вперед, прогиб, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. В стороны вдох. Ладошками к небу. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Кончик языка на верхнем небе. Выдох. Руки вверх, вдох, замок. Замок вывернули. Замочком покрутили. Произвольное дыхание. Покрутили замочком. Рисуем круги на потолке. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Хорошо. Левый бок натянули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Правый бок натянули. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ушли в прогиб. Вдох. На носочках встали. Голова вперед. Выдох. Голову вперед тянем. Вдох. Прямые руки назад. Копчик вниз. Вдох. Выдох. С круглой спиной опускаемся вниз. Вдох. Выдох. После выдоха втягиваем живот. Вдох. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Тянули живот.
Поднимаемся с круглой спиной, вдох. Руки через стороны вверх. Выдох. Стоим, наблюдаем, как меняется ощущение, состояние. Теперь нам нужно шею погладить. Вот так вот рукой захватываем, правой рукой левую часть шеи и по диагонали протягиваем ладонь. Раз, два. Разминаем все мышцы, вот начиная с грудинно-ключично, вот с этой сосцевиной, так ее потянули. Вот такое целебное упражнение для шеи. Массаж. Натягиваем мышцы. Хорошо. Повернули голову. Нашли ГКС, вот эту грудинно-ключично-сосцевидную. Помяли ее. Брюшко мышцы. Можно чуть склонить голову в бок, в сторону, вперед. И вот эта мышца, она будет чувствоваться. С другой стороны помяли. Вот. Если болезненно, то потом после занятия еще массажными движениями поразминайте до полного исчезновения болезненности. Это возможно. Хорошо. Вот. Погрели вот короткие экстензоры, короткие разгибатели. Вот мы их натянули под затылком, такие коротенькие. Хорошо. Шея. Раз, два. Раз, два. Боковые вытяжения, повороты. Можно стоя стоять, я поближе к камере, чтобы было видно. Угу. Хорошо. Отвели, привели. Назад, вперед. Вниз опустили, круговое движение. Раз. Два. Наблюдаем, как и шея, и все линии вытягиваются. Вот если мы вперед голову отклоняем, как вся задняя часть натягивается. Вбок вся боковая линия. Назад вся передняя. Ага. Поменяли, да? В одну и в другую сторону поделали. Хорошо, теперь более сложное движение. Отвели голову влево, например, посмотрели вверх. Вправо, посмотрели вверх. И начинаем заниматься рисованием. Рисуем восьмерки на жесткий пол. Восьмерки справа налево. Изогнутые восьмерки. Меняем направление. Теперь опускаем голову, поворачиваем голову вниз. Поменяли направление. Вот очень хороший способ добраться до маленьких связочек, разогреть все. Это важный элемент. Хорошо. Вот. Потряси немножечко головой, право-лево. Покачали, вперед, назад. Покачали, право-лево. Ага. Хорошо, маленькие кружочки такие. В одну, в другую сторону. Хорошо, кошка лезет в шерстку. Раз, два, назад отводим, три, четыре, пять. От оси, видите, я отклоняюсь, шесть. В другую сторону киваем. Раз, два, три, четыре, пять.
6. Отлично. Правое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Киваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Левое. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Киваем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Почувствовали шею. Улыбнулись своей шее. Даосские практики, когда мы улыбку помещаем в разные части тела. Вот можно, вот почувствовали что-то, поместили туда улыбку, улыбнулись. Ага. Хорошо, теперь пальцы. Пальцы на руках. Полностью сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем полностью. Вверх ручки. Вниз ручки. Сжимаем, разжимаем. Сжимаем, разжимаем. Хорошо. Теперь растопыриваем пальчики. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Крутим в одну сторону. В другую сторону. Встряхиваем. Почувствовали. Почувствуйте сейчас свои кисти. Сжимаем пальцы в кулаки. Руки в кулачках. Чувствуем разницу. Теперь в запястьях. В одну сторону, в другую сторону. Стороны. Кулачки на себя. Вверх. Руки прямые. Вдох. Выдох. Указательный палец вверх. Вдох. Выдох. Второй палец вверх. Вдох. Выдох. Третий палец вверх. Вдох. Выдох. Четвертый палец вверх. Вдох. Выдох. Пятый палец вверх. Вдох. Выдох. Покрутили. Кисти расслаблены. Кисти расслаблены. В одну сторону, в другую сторону. Удросили. Почувствовали кисти, руки. Улыбнулись рукам, своим пальчиком на руках. Как бы проглаживаем улыбкой плечи. Вперед-назад. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Круговые движения. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Позвоночник тоже двигается. Шесть. Вперед. Раз. Два. Волну по позвоночнику. Четыре. Пять. Шесть. Спускаем. По очереди. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. В другую сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Угу. Подняли плечи. Вдох. Бросили. Отлично. Почувствовали плечевой пояс. Руки в таз. А, стоп, еще. Покачать. Вперед-назад. Вперед. Из таза движение. И два круговых движения в разные стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Одновременно крутим. В другую сторону. Угу. Почувствовали. Теперь крутим спереди. Два пропеллера таких. В другую сторону. Раз, два, три, четыре,
5, 6. Хорошо. Почувствовали. Ноги, руки на талию, на, как их называют, крылья таза. Покрутили в одну сторону. Чувствуем тазобедренные суставы. Вот можно ладошками почувствовать в разных местах. Ягодицы, как крестец. Поясница чувствуется. В другую сторону. Изучаем тело. Вот сейчас внимание и улыбку в тазобедренные суставы. Благодарим наши суставы тазобедренные. Благодарим таз. Органы, тазу. Хорошо, остановились. Левая нога опорная, правую приподняли. Круговые движения. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Покачали право-влево. Право-влево. Можно вот так. Право-влево. Вперед-назад. Угу. Почувствовали правый тазобедренный. Правую ножку. Есть, да, контакт с ногой? Левая нога. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Покачали руками. Хорошо, вперед-назад. Хорошо. Почувствовали правую-левую. Коленочки погладили. Погладили коленки. Покрутили коленочками. В одну сторону, в другую сторону. Выпрямили. Согнули. Хорошо. Стопы. На носочках, на пятках. Перекаты. Носочки, пятки. Сохраняя осанку, линию. Голова, грудная клетка, таз. Хорошо. Теперь чуть-чуть пошире ножки. Внешние, внутренние. Растопыриваем пальцы и растопыриваем и пробуем движение вперед. Сжимаем стопу, разжимаем. Попробуйте весь коврик пройти. С постукиванием по коврику. Стучим, идем вперед, пробуем это движение, чувствуем, какие мышцы разогреваются. Идем на месте, постучали. Хорошо. Ножки ширина таза. Упражнение пустые рукава. За макушку себя вывешиваем. Из таза движение на скручивание. Колени, таз работают. Руки как плети. И смотрим в одну точку перед собой. Хорошо.
Начало коврика. Ставим начало коврика, ладошки перед грудью. Так, время. Время делать асаны. Руки через стороны вверх. Вдох. Наклон, выдох. Поднимаемся с круглой спиной вверх. Вдох. Наклон, выдох. Поднимаемся вверх. Вдох. Наклон вниз, выдох. Потянулись головой вперед, вдох, прогиб. Голова к коленям, выдох. Пальчики вперед, по возможности, вдох. Пальцы назад, выдох. Голова к коленям. Вперед, вдох. Назад, пальцы назад, выдох. Взяли себя за ножки, потянулись с круглой спиной к коленям, головой к коленям. Хорошо. Или на голени опираемся, или на пол. Дышим. Голова висит. Вдох. Выдох. Тянули живот. Давайте так, удьяна банха, мула банха и корни, и головой замок. Три замка делаем, когда у нас тянут живот в наклоне. Вот у нас животик в наклоне, вдох, выдох, тянули. Корневой, горловой, подбородок на грудной клетке и брюшной замок. Три замка. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Хорошо. Вдох. Посмотрели вперед. Выдох. Левой ножкой отшагнули назад. Широкий шаг. Руки через стороны вверх. Вдох. Вирабхадрасана. Выдох, локоть за колено. Ладошки друг к другу, вдох. Развернулись. Паштуканасана. Выдох. Можно попробовать руку вниз поставить. Вторую вверх, вдох. Или над головой. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Теперь локоть на колени. Развернулись в другую сторону. Вдох. Выдох. Можно пяточку в пол поставить. Руку вниз. Вдох. Выдох. Отлично. Планка. Вдох. Выдох. 8 точек в пол. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тянули живот. Левая нога вперед. Вдох. Ручки вверх. Выдох. Наклон. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Вдох на вторую ножку. Выдох, наклон. Тянули живот. Правая нога назад. Вдох.
Выдох, локоть, правый локоть за левое колено. Ладошка на ладошке, вдох. Выдох. По возможности можем попробовать пальчики вниз опустить, левую руку вверх, вдох. Выдох. Над головой. Вдох. Смотрим из-под плеча. Выдох. Вдох. Выдох. Меняем руки. Пятку в пол. Вдох. Выдох. Можно пальчики в пол поставить. Вдох. Выдох. Вдох. Планка. Выдох. Планки. Вдох. На 8 точек опустились. Выдох. Кобра. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Тяни живот. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Виньяса. Выдох. Один. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Два. Собака головой вверх. Вдох. Собака головой вниз. Выдох. Три. На носочках поднимаемся. Вдох. Таз справа. Выдох. Опустили возле ладошки. Таз вверх. Вдох. Таз слева. Выдох. Таз вверх. Вдох. Пятки в пол. Выдох. Втянули живот. Левая нога вперед. Вдох. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Опустили руки, почувствовали, что поменялось. Ноги, ширина таза. 10 йоговских приседаний. Вдох. Вдох. Давайте я одно покажу. Вдох. Вниз. Выдох. Как насос. Давайте вместе. И внизу остаемся. Дышим. Три. Втягивание живота. Вдох. Выдох. Втягивали живот. Вдох. Выдох. Втягивали живот. Вдох. Выдох. Тянули живот. Садимся. Поза рыбы. Матья-асана. Матья-асана. Так, как мне разместиться? Вот так. Ложимся. Бедра захватываем руками. Локти. На локти опираемся. Толкаем грудную клетку вверх. И макушкой опираемся в пол. Макушкой в пол. Дышим. Вдох. Выдох. Руки за головой вытягиваем. Локтевой захват. Вдох. Выдох. Ножки приподнимаем. Вдох. Только таз и макушка. Выдох.
Вдох. Выдох. Вдох. Отлично. Выдох. Приподнялись. Руками помогаем. Ложимся. Вдох, выдох. Динамическая халасана. Руки или за головой, или возле таза. Вот я возле таза начну. Ножки вверх. И за голову. Опустились вниз. Вы вдохнули. Можно руки за головой держать. Выдох. За голову. Вдох вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. За голову халаса на выдох. Вдох. Халасы не остались, выдох. Дышим, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки за спиной, в замок, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Расплели руки. Ножки, ручки вверху стряхиваем. Тряска. Хорошо. Остановились. Правая нога вокруг, сверху левой, левая сгибается вот таким образом, руки в стороны, таз правее, колени влево, опустили лопатки на полу, смотрим вправо, дышим вдох, расслабляемся, выдох, вдох, выдох, вдох. Животом дышим. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Животиком дышим. Выдох. Хорошо, подняли. Коленки ты расплели таз на место. Заплели. Теперь левое сверху. Таз левее, колени вправо. Лопатки на полу, вдох, смотрим влево. Позволяем телу раскрутиться, выдох, вернее, закрутиться. Вдох. Животом дышим, выдох. Можно правую ладошку сверху положить колени, вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Хорошо. Выдох. Расплелись. Минута тишины. Лежим. Шавасана. Три глубоких дыхания. Вдох. И на выдохе все отпускаем. Вдох. Выдох. Вдох. Отпустили все. Наблюдаем.
чувствуем точки опоры, таз, спину, ноги, руки, голову, мышцы, ног, ягодицы, таз, пронежность, живот, поясница, грудь, лопатки, плечи, руки, шея, голова, лицо. Покачали головой вправо, влево, покатали затылок. Хорошо, ножки вместе. Потянулись вперед руками, приподнимаем голову. И как будто бы кто-то нас вытягивает вперед. Садимся. И в завершение еще раз к стене. Я двигаю камеру. Еще раз к стене встаем. Так. Видно? Вот, отлично. Давайте прижали пятки, икры. Копчик вниз потянули, крестец, грудной отдел и затылок. Руки висят. Держим вдох. На вдохе вырастаем, как бы вот ползем затылком вверх, выдох. Толкаем все части тела, вот все касания тела в стену толкаем, вдох, выдох, давайте ладошки прижмем, вдох, как в шавасане, как бы прилепились к стене, вдох, выдох, теперь в таком положении, вдох, выдох, локти согнуты, пальцы рук смотрят в стороны, все прижато. Хорошо. Руки в стороны. Вдох. Держим. Вдох. Выдох. Держим. Вдох. Хорошо. Локти сгибаем. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. И руки вверх. Прижимаем руки. Угу. Ладошками толкаем стену. Затылком толкаем стену. Грудной отдел толкает стену. Таз, икры, пятки толкаем стену. А теперь опускаем. Все расслабили. Остаемся прилепленными к стене, но более расслабленными. Расслабили все. Хорошо. Садимся. Завершаем. Ну хорошо. Почувствуйте, что изменилось. То есть у нас осевая центральная линия, позвоночник и линия, вот это основная наших занятий, их несколько, конечно, это дыхание, непрерывное дыхание, и в йоге это дыхание, оно вдох-выдох, как вот это, как линия жизни идет. И на это дыхание нанизываются различные упражнения асаны. И в плане осознавания мы, вот это фундамент наш, мы осознаем и чувствуем каждый момент времени, что меняется. Так, подняли руку, что-то поменялось. Вторую руку подняли, что-то поменялось. А мы делаем достаточно сложные телодвижения с телом. И дальше начнется сейчас, у кого-то продолжится утро,
там, завтрак, вот, представьте свои все действия вперед. Сейчас однонаправленно используем мышление. Вот представьте, улыбнитесь каждому действию, вот что вам нужно сделать. До вечера представьте так быстро день свой, встречи, образы, места, вот место свое, там, если у кого-то рабочее, есть рабочее место свое. Представьте себя во всех ситуациях вот, с легкостью и с радостью, с чувством легкости и радости. И тогда все будет получаться намного-намного эффективнее. Ну, давайте закончим. Ладошки перед грудью. Аффирмация дня. Со мной сейчас все хорошо. Раскройте грудную клетку. Со мной сейчас все хорошо. Мне хорошо. Пожелаем счастья, избавления от страданий всем чувствующим живым существам, начиная от себя, своего окружения, окружения своего окружения и далее, 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 всем чувствующим живым существам. Все, благодарю вас. Спасибо за участие в прямом эфире. На следующей неделе продолжим. Спасибо. Воплощайте навыки в жизнь. Навыки наблюдения, навыки чувствования себя, ну и банально вот эти упражнения, которые влияют на ту же осанку. Все, спасибо за участие. Пока.